Более 60 тысяч детей в Алматы ожидают своей очереди в детские сады. Сейчас в городе около 530 дошкольных учреждений. Снизить их дефицит городские власти планируют, увеличив количество частных. Так, в мегаполисе появился еще один садик, построенный в рамках государственно-частного партнерства. В него записаны 40 детей. Именно столько может вместить коттедж.